24 апреля в Малом зале городского дома культуры состоялся традиционный, 6-й по счету, открытый фестиваль-конкурс талантов «Стань звездой». Участники в возрасте от 5 до 17 лет продемонстрировали зрителям и членам жюри свои безграничные творческие способности и таланты в разных жанрах – хореографии, вокальных номерах, художественном слове. Исполнительское мастерство участников оценивалось по 6 критериям. Максимальный балл в каждой категории – 3. Чтобы помочь детям настроиться на конкурсную волну, для всех желающих артистов был проведен мастер-класс по раскрепощению, который подготовила и провела руководитель образцового театрального коллектива «Персонаж» Екатерина Прошкова. Конкурс являлся не просто очередным смотром талантов, а настоящим праздником для участников и зрителей. В этот день в зрительном зале не чувствовался дух соперничества, а наоборот. Программа фестиваля включала в себя 43 номера и продолжалась в течение 3 часов. Все это время зрители и болельщики активно поддерживали аплодисментами и радовались не только за своих талантливых земляков, но и за юных артистов из поселков Селиваново, Алексина и Паша. В итоге все участники получили дипломы, став лауреатами и дипломантами фестиваля. Конкурс в очередной раз доказал, что не скудеет наш край талантами, что каждый год все новые и новые звездочки зажигаются в малых городах и поселках, чтобы сделать наш мир ярче, светлее и добрее.